Приветствую всех на моем канале «Вкус жизни». Меня зовут Светлана, и я живу на Кипре. И, наконец-то, друзья, я дома. Мы улетели с Кипра на холидей 4 марта. И вот сегодня, 22 мая, я снимаю первое видео за этот период. Все спрашивают: Светлана, куда же ты делась, куда ты подевалась? Не видно было ни в Фейсбуке, ни на Ютубе, нигде абсолютно. Ребята, сегодня я хочу сделать анонс моих будущих видео и сказать, что за этот период, за опасный период коронавируса, я побывала в гуще всех-всех событий, где только можно было побывать. И в круизе на корабле, где было самое, как говорится, опасное место. Но все в круизе чувствовали себя замечательно. Мы были на Карибах, купались, загорали, чудили, веселились. Я покажу подробненько вам все мои видео. Затем 6 дней наш корабль и шел через Атлантический океан в сторону Европы. Вот. И затем наш круиз должен был закончиться в Лимассоле на Кипре, куда мы должны были вернуться домой 25 марта. Но 17 марта все порты в Европе, в том числе и порт Лимассол на Кипре, стали закрываться. И наш корабль, туристическая компания изменила маршрут, и наш корабль пошел в Англию. И так вынужденный отпуск у нас продлился. Еще 3 недели мы были в Северном Уэльсе. Я тоже вам покажу видео, где мы ждали репатриационный рейс на Кипр, потому что все рейсы были отменены, аэропорты и порты были закрыты. И затем, когда мы уже прилетели 13 апреля на Кипр, была радость и, как говорится, полные штаны. Но не тут-то было, друзья. У нас взяли тест, и у нас с мужем оказались положительный результат на коронавирус. Ну, везде, где можно было побывать в это время, в самые опасные, и на корабле в круизе, и в Лондоне 3 дня мы находились, затем уже переехали в Северный Уэльс, и ничего не болели, все было нормально. И надо же, когда прилетели уже сюда на Кипр, вот, ну, всех помещали, и сейчас помещают на карантин на 2 недели всех, кто прилетает, вот, но мы провели 3 недели. Хочу сразу заверить всех, не волнуйтесь, со здоровьем у нас все нормально. Мы с мужем были бессимптомные, у нас, то есть, вообще никаких симптомов не было, потому что, когда узнают, что положительный результат, все думают, что это человек лежит, умирает, с маской на лице. Нет, нет, у нас ничего этого не было. Просто еще дополнительные 3 недели в отеле, здесь на Кипре, с видом на море, где мы еще, как говорится, отдыхали. А затем, когда мы вернулись уже домой 5 мая, что вы думаете, включила компьютер, поработала 1 день, так как 2 месяца был выключен. И затем было обновление, и мой компьютер все запищал и не стал работать. Пришлось отдать его в ремонт. И вот буквально сегодня я забрала свой компьютер с ремонта и сразу же решила снять первое видео и успокоить всех моих друзей. У меня все хорошо, я дома, у меня все нормально. Буду показывать всем свои видео и репортажи, как говорится, с горячих точек коронавируса. Везде, где было опасно, везде, где можно было побывать, я была в гуще событий. И в круизе на корабле, и в Англии, и в Лондоне. И даже узнала, как делают анализы, как берут тест на коронавирус. Все это вам покажу и расскажу, я все это снимала. Вот. И как проходит карантин здесь на Кипре, тоже покажу. И, друзья, вчера, 21 мая, уже снят карантин здесь на Кипре. Уже все спокойно могут ходить и ездить. Ну все по порядочку я вам расскажу в моих будущих видео. Пожалуйста, оставайтесь со мной. Я вам много-много чего интересного и покажу, и расскажу. Все, что с нами произошло за эти последние 2,5 месяца, это, ну, не знаю, такое, может быть, сказочное что-то. Мой муж даже говорит: Света, если написать книгу об этом, ну никто же не поверит. Я говорю, я не книгу, я буду делать видео, у меня есть фото и материалы, видеоматериалы. Так что, друзья, кому интересно узнать о наших приключениях в период коронавируса
и все как проходит здесь на Кипре, вот эта адаптация, я вам все расскажу в моих будущих видео. А сейчас, друзья, собралась пойти покупаться в бассейне, потому что очень жарко, у нас 40 градусов в тени, вот. Я с удовольствием каждый день купаюсь в бассейне. Сейчас пойду одену купальник и окунусь. Водичка прохладненькая по сравнению с солнцем, 29 градусов. Вот. Так что, друзья, до новых встреч. Всех-всех вас люблю, помню. И смотрите мои будущие видео. Пока-пока!